Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей 16.12. В студии Михаил Тишин. Мы говорим о жизни в Казахстане без цензуры Назарбаева. Сегодня в выпуске. Дистанционное обучение закончилось катастрофой, так и не начавшись. Школьники страдают от проблем с доступом к урокам, а родители требуют вернуть их детей в классы. Общенациональный флешмоб «Я хочу перемен». Казахстанцы зажгут луч света и прогонят тьму преступного режима. Успех протеста зависит от вклада каждого гражданина. Когда мирные люди объединяются, им становится легко сменить режим. Одно правительство за другим рисовало гражданам яркие картины цифрового Казахстана будущего. Министры меняются, оставляя за собой нерабочие государственные процессы и коррупционные скандалы. Неизменным остается только одно лицо, ответственное за тотальное разграбление страны. Пандемия вынудила правительство запустить заведомо нерабочий проект дистанционного образования. Это несколько необычно. Очень много на сегодняшний день вопросов, очень много на сегодняшний день и разного рода информации. Мы видим очень много критики и слов поддержки, и министерство в этом отношении сейчас соответствующую работу проводит. Годы преступного бездействия правительству не возместить за одно карантинное лето. 30 миллиардов тенге потрачены на внедрение системы электронного обучения. Однако начало учебного года раскрыло очевидную истину. Эти деньги были потрачены безрезультатно, и Казахстан далек от цифровизации. Это стали открыто обсуждать даже в Мажилисе. Как свидетельствуют все возможные жалобы и комментарии родителей в СМИ и социальных сетях, образовательные платформы не соответствуют требованиям информационной безопасности, отсутствует качественный образовательный контент, учебный процесс сопровождается постоянными сбоями. Надо признать, что фактическая скорость интернета и его наличие в отдаленных сельских и городских школах не только далека от отчетных данных, но и в целом недостаточно для дистанционного формата обучения. Десятки тысяч школьников в селах не имеют доступа к интернету, а треть всех учащихся вовсе не имеет компьютеров и не может быть вовлечена в учебный процесс. Очень долго грузятся видеозадания от учителей, все время уходит на ожидание. Еще в доме, где появляется связь, потом с книгами сижу там. В результате вместо обещанного онлайн-образования казахстанским школьникам доступны уроки без учителя по радио и телевидению. Государственная программа онлайн-дневников не выдерживает нагрузки из нескольких тысяч учеников. Постоянно выкидывала через ноутбук, выкидывала нас с урока. Сейчас вы тоже слышите, что идут хрипы. Не всегда понятно, что говорит учитель. Каждый переспрашивает, не очень удобно нам учиться. Для проведения онлайн-уроков используется бесплатная программа Zoom. Родители и учителя жалуются на своих страницах, что во время видеоурока в Zoom пятиклассника включили порно. И еще был случай, когда к эфиру подключились неизвестные мужчины, которые ругались матом. Я тоже в телеге зарегал, как бы. Зарегал Сергей. Мы сначала работаем в Zoom, а теперь будем в Google Classroom и еще Сфера. Но параллельно должны будем еще раз проходить уроки в онлайн-мактеб, чтобы Кунделик засчитал урок пройденным. Это я сейчас про первый класс. При этом Сфера почти не работает. Кунделик завален рекламой и часто отваливается. Все это случилось потому, что чиновники отказались разрабатывать онлайн-платформу в стране, где нет нормального проникновения интернета даже в крупных городах, не то что в селах. Мы увидели, что в целом подключение через онлайн, стриминг на самом деле в масштабах всей страны просто нереально. И в связи с имеющимися проблемами неэффективно. Судя по заявлениям учителей, надеяться на компьютеризацию нет смысла, если ремонт, мебель и констовары для классов по-прежнему оплачивают родители. Будучи классным руководителем, я просила деньги на ремонт кабинета у родителей своего класса. Вспомнить даже стыдно. Это было в порядке вещей. Учитель весь в звездке и краске целое лето. Кто отчитается, куда ушли деньги, предназначенные на ремонт? Коррупция в сфере образования и цифровизации будет сказываться на успеваемости детей в течение еще нескольких десятилетий.
заметному снижению качества образования, эффективности обучения, усвоению знаний, уровня компетенции в целом по стране, снижению уровня и содержания воспитательного процесса всех субъектов образования и социализации детей, лишению детей и молодежи различных социальных групп равенства в доступе к образованию, увеличению разрыва между разными слоями общества и их маргинализации. Родители массово подписывают петиции и обращаются к правительству, чтобы вернуть своим детям нормальный учебный процесс, который им обязаны предоставить по праву. Но онлайн-петиции не обязательны для рассмотрения правительством. Единственное, что заставляет режим Назарбаева шевелиться, это массовые митинги. Народ Казахстана устал от воровства, правового беспредела и преследований. Штаб ДВК предлагает казахстанцам прогнать тьму нур-режима и зажечь луч перемен как в домах, так и в сердцах. Все хотят перемен, но многие боятся об этом говорить открыто. Обсуждения смены режима часто не выходят за пределы кухни. Эту власть уже не исправить. Единственный путь к спасению – смена режима. Наши граждане ясно осознали, особенно в период карантина, что этот режим, он не является именно тем самым представителем народа, который работает на народ, и, собственно, все однозначно в один голос говорят: мы против этой власти, мы будем добиваться смены этого политического режима Нурсултана Назарбаева. Показать свое стремление к переменам просто. Поучаствовать во флешмобе «Я хочу перемен». Каждый день с 19 по 24 сентября в 22 часа подойдите к окну и зажгите фонарик на своем смартфоне. Как это сделать правильно? Очень просто. Заведите будильник на 21:59. Как только он прозвенит, включайте на телефоне музыку, которая ассоциируется у вас с переменами. В комнате необходимо выключить свет и зажечь фонарик или лазер ровно в 22 часа. Самое главное, должен быть виден свет. Делать это можно дома или на прогулке, где угодно. Если вы живете в частном доме, то это можно сделать во дворе вместе с семьей или единомышленниками. Не забудьте громко озвучить основные посылы акции: «Шалкет», «Масимовкет» и «Оян казак, котер басты». Важно зафиксировать происходящее на фотоаппарат или телефон. Те граждане, которые хотят перемен, они говорят: «Я хочу перемен, я хочу смены этого политического строя», они проявляют этот акт солидарности и тоже выходят, светят со своих балконов, из комнат, они светят со своих смартфонов во дворах домов, они светят со своих смартфонов на дороге, на улицах, где угодно, где бы они ни были, они выходят со своими светящими смартфонами, и ваши друзья могут вас снять и показать, какое количество людей хотят этих перемен. Примеры активно протестующих стран показывают казахстанцам, как важно людям чувствовать единство и видеть, что их идеи разделяют как соседи, так и люди по всей стране. Пример Беларуси, Армении, Южной Кореи и Украины вдохновляет народ объединиться вокруг общих требований. Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Любая диктатура держится на силовом контроле, жестокости и подавлении прав и свобод граждан. Американские исследователи изучили народные протесты по всему миру за последние 100 лет и выявили две удивительные закономерности. Во-первых, самыми эффективными формами протеста оказались массовые мирные выступления. В половине случаев насильственные протесты приводили к смене режима, а за последние 30 лет количество результативных мирных протестов увеличилось до 70%. Метод решения конфликта, когда невооруженное гражданское население использует множество координированных тактик вроде забастовок, протестов, бойкотов и прочих методов воздействия без прямого причинения вреда или даже угрозы физической расправы над оппонентом. И я впервые столкнулась с этой темой несколько лет назад, когда посетила семинар, где многие из людей заявляли, что гражданское сопротивление могло бы стать в некотором смысле функциональным эквивалентом вооруженной борьбы.
Второй не менее важный вывод из работы американских ученых. Оказывается, чтобы мирный протест достиг цели, достаточно, чтобы на улицы вышли более 3% от общего населения. Когда пассивная часть населения увидит, что на улицу выходят улыбчивые люди с важными требованиями, то у них появляется больше мотивации присоединиться к протесту или хотя бы оказать протестующим помощь. Я имею в виду женщины, дети, пожилое население, нетрудоспособные люди могут участвовать в тактиках вроде несотрудничества, что предполагает намного меньший риск физического подавления, и это позволяет активизироваться гораздо большему количеству людей. Мирные люди выходят и требуют от власти перемен. Они вдохновляют своим примером окружающих. Эта система уже сработала в Грузии, Армении, Украине, Алжире и Судане. Мы собрались здесь сегодня, чтобы все изменить, потому что ситуация, в которой мы оказались, насквозь прогнившая. Мы против пятого срока, и мы должны действовать сообща, чтобы изменить ситуацию в этой стране. Иногда мирные протестующие сталкиваются с непропорциональной жестокостью силовиков, как это случилось после выборов в Беларуси. Но это скорее свидетельствует о панике и неготовности режима идти с народом на диалог и компромиссы. Информация о применении оружия и пыток быстро становится достоянием общественности. Несправедливые действия властей подталкивают еще больше людей переходить на сторону протеста. Как расширение! В ответ на пули спецназа протестующие рисуют плакаты и придумывают творческие акции. Люди в Беларуси используют разные интересные способы собрать людей вместе и дать им чувство общности. Еще 2 года назад в Бресте бастующие рабочие призывали объединяться и выходить для кормления голубей. Задерживать за такие действия у силовиков нет права. В прошлое воскресенье в Минске собралось более 200 тысяч людей под предлогом обычной прогулки. Люди с флагами, креативными плакатами и музыкальными инструментами заняли собой весь центр города. Режиму ничего не оставалось, кроме как вылавливать митингующих поодиночке руками агентов в штатском. Во время протестов в Хабаровске путинские силовики просто стояли в стороне. Многотысячные шествия невозможно быстро разогнать силой. В результате творчество хабаровчан вдохновило на митинги самые отдаленные российские регионы. Мирные протесты на Дальнем Востоке привлекли внимание международного сообщества. Лидеры демократических стран поддерживают именно мирные выступления людей против нелегитимных правительств. Многие из нас задают вопрос, а вообще у нас это возможно? Как многие наши граждане говорят, нет, типа мы трусы, мы будем сидеть на диване, мы диванные герои. И вот, собственно, такое неверие сил поддерживает сам режим, организовывая специально нурботов, которые сидят и говорят, нет, нет, мы не такие, мы плохие, мы не справимся. По этому поводу я много раз говорил, нет, мы такие же, как украинцы, как армяне, как грузины. Собственно, мы такие же, как и белорусы. 2 руки, 2 ноги, 1 голова. Мы тоже талантливые, мы тоже любим нашу страну, и мы тоже добьемся перемен. Творческий подход к протестам станет прекрасным примером для казахстанцев, которые готовятся к общенациональному митингу в сентябре. Пока вы придумываете свои плакаты к митингу 25 сентября, можете узнать, как много ваших единомышленников вокруг на акции с фонариками 19 сентября. Чем больше мирных протестующих соберется, тем скорее режим отступит перед волей народа. Ты Казахстан, ты так, ты мы жирма с иншей жилды, жирма без иншей, как видим, здесь пожирбил их того, как бы им шарон толк из него, где бюкил халы тех митинги, где шеха не вдар, минен халки меня, шаршахан всех, ты Казахстан халки, да, на Зарбаев ты не режим, меня шаршады цыган, байлан из пишал дам, же дел ты где, арлан дам, и не режим, им сиздер дики не бурын, кулдер маса, сиздер дик халда ушел, инде митинги, где килевайан казах, катер басты, шал, керолга, Казахстан.
Ну что ж, на сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16.12. До встречи!